после чего виночерпие царя египетского и хлебодар провинились перед господином своим, царем египетским. И прогневался фараон на двух царедворцев своих, на главного виночерпия и на главного хлебодара, и отдал их под стражу в дом начальника телохранителей, в темницу, в место, где заключен был Иосию. Начальник телохранителей приставил к ним Иосифа, и он служил им, и пробыли они под стражей несколько времени. Заключенным в темнице виделись сны, каждому свой сон обоим в эту ночь, каждому сон особенного значения. Пришел к ним Иосиф поутру и увидел их, и вот они в смущении. И спросил он царедворцев фараоновых, находившихся с ними в доме господина его под стражей, говоря: «Отчего у вас сегодня печальные лица?» Они сказали ему: «Нам виделись сны, а истолковать их некому». Иосиф сказал им: «Не от Бога ли истолкование? Расскажите мне». И рассказал главный виночерп Иосифу сон свой. И сказал ему: «Мне снилось, виноградная лоза предо мною, на лозе три ветви, она развелась, показался на ней цвет, выросли и созрели, на ней ягоды и чаша фараонова в руке у меня. Я взял ягод, выжал их в чашу фараонову и подал чашу в руку фараону».
меня три корзины решетчатые. В верхней корзине всякая пища фараонова, изделия пекаря, и птицы небесные клевали ее. Из корзины на голове моей и отвечал Иосиф и сказал ему, вот истолковали его. Три корзины — это три дня. Через три дня фараон снимет с тебя голову твою и повесит тебя на дереве. И птицы небесные будут клевать плоть твою с тебя. На третий день рождения фараонова сделал он пир для всех слуг своих и вспомнил о главном виночерпе и главном хлебодаре среди слуг своих. И возвратил главного виночерпия на прежнее место, и он подал чашу в руку фараону. А главного хлебодара повесил на дереве. Так истолковал им Иосиф. Thank you.